поле озимой пшеницы, сорт Оксамит. Вот. Посеяно 30 сентября после предшественника горчица. Поле стояло целое лето, ничего не обрабатывалось. Один след продисковали БДН-4 Диметра и посеяли. Поле более-менее ровное, не так как те поля. Это поле у нас уже третий год. Перед горчицей был озимый ячмень. Вот так вот. Сейчас солнце зашло. Слабо. Слабо. Ну, плохо камера снимает. Не знаю. Вот такие растения. Вегетации в этом году ей не хватило. У нас пятнадцатого сентября прошел дождь сильный, выпало 50 миллиметров. Потом пока оно просохло, продисковали, вроде 26-го. Потом пока другие поля дисковали, потом здесь посеяли. 70 килограмм селитры. Ну, а так, вот такая стоит пшеница. Вот. Горчица подвошная. Тоже много, очень большие потери были на поле. Ну, комбайна не было хорошего убирать. Убирали чем могли. Получили где-то в районе 12,5 центнер горчицы желтой. Вот. Сейчас я пройду туда. Там есть отметка, ну, без удобрений. Севалку прошли без удобрений, как контроль. Ну, я думаю, на данное время он не очень будет разница видна. Вот такая пшеница. Вот такая пшеница. Сейчас снег у нас лежал. Такие растения. Ну, не хватило ей вегетации. Такие растения. Есть слабшее растение. Где-то полка. Такое растение. Глубину заделки везде разная. Ну, сами понимаете, какая обработка, какая техника. Вот, начал, наверное.